Начнем выпуск с главных тем. К этому часу парламент Дагестана за Абдулфатаха Амирханова в качестве нового премьера региона. 78 депутатов Народного собрания республики, именно столько присутствовало на очередной сессии парламента, единогласно одобрили его кандидатуру. Голосование провели тайно с использованием электронной системы подсчета голосов. В ходе сессии также обсудили еще несколько вопросов. Среди них внесение изменений в законопроекты о транспортном налоге, об образовании, о пожарной безопасности и несколько других. Приоритетными направлениями своей деятельности новый премьер правительства считает борьбу с коронавирусом и решение социальных проблем граждан. Главной задачей нашей с вами совместной работы считаю повышение уровня жизни дагестанцев, рост дохода граждан, создание условий для комфортного проживания дагестанцев, обеспечение их безопасности и здоровья, создание новых производств и новых рабочих мест. Успешное решение этих задач позволит нам добиться заметного роста доверия граждан к органам власти. И это будет главной оценкой нашей деятельности. Подробный материал об этом смотрите в наших следующих выпусках.